Это новое пополнение линейки Cristal Saint-Martin ведущего производителя парфюмерии Parfum Parure, которое, в общем, мы получили буквально совсем недавно. У нас уже за ним стоят очереди. Очень приятный фруктовый аромат. Называется он «Ночь в Париже». Собственно, производители задумывали это как продолжение существующей уже линейки. Его идеология заключается в том, что это вечерний аромат, который девушка наносит, когда идет на какое-то торжество, для того, чтобы выглядеть красивой, привлекательной, обаятельной и любимой.